I thought we played well as a team. We played great defense at spurts. We shot free throws pretty well. Not a lot of turnovers. I mean, we had 7 turnovers. That's really good as execution-wise. And, you know, we had players step up. Jenga stepped up today very big, hit some big shots for us. And our bench gave us some good support and great defense as well. Ну, два раза повторяю слово «защита». То есть это не просто так, он говорит, что сегодня мы сыграли под защиту. Именно тот командный баскетбол, который нас требует тренер. Сегодня некоторые игроки, которые именно проявили себя очень хорошо с точки зрения в нужный момент, забили очень ключевые мячи, отметил Женя Ткаченко. Неплохо сегодня мы забили фолы, и, в принципе, у нас сегодня не очень много потерь. Окей, спасибо. Все, поставим тренера. Пожалуйста. Пожалуйста. Юр, все ж? Да. Hello. Вадим Куцерей, головний тренер баскетбольного клубу «Віпа». З перемоги, в першу чергу, у вас, судячи з усього, перед матчем ви були в статусі аутсайдера, але так вийшло, що показали дуже хороший баскетбол і відповідно виграли перший визнаний матч. Ваше бачення сьогодні? Ну, я, во-первых, хочу сказати, що ми грали з дуже хорошою командою і з дуже хорошим составом в черкасських «Мафах». Це, мабуть, одна із проблем цієї команди. Просто я, коли був игроком и тренером, тоже сталкивался с такой проблемой, когда есть 10 равных игроков, и каждый хочет что-то доказать на площадке, и чуть-чуть теряется командный баскетбол. Поэтому мы на это как бы сконцентрировали внимание. А по нашей игре нам есть над чем работать. Мы очень много не попали сегодня свободных бросков. Но в перерыве я ребят попросил, что у нас сейчас не то физическое состояние, нам нужны мозги на площадке. То есть это плеймейкеры выполнили мою установку. И то есть на площадку воплотили в жизнь те наработки, что мы тренируем. Поэтому были и быстрые прорывы, были и был и зонный прессинг, и был... Была комбинационная игра, то есть мы первые номера в этом плане, я хочу их поблагодарить. Ну и, конечно, еще самое главное, что сегодня была команда. То есть люди выходили со скамейки, может что-то у них не получалось, но они хотели, выдали все силы, и я им благодарен за это. Но нам надо еще работать и тренироваться. Как в общем можете оценить старт чемпионата? 4 поражения к ряду, потом 2 классные игры, ну и, соответственно, 4-2, вот ваше видение этого отрезка. Ну, у нас сейчас, скажем так, идет предсезонная подготовка в официальных играх. Поэтому мы стараемся расти, тренироваться и набираться опыта. То есть у нас костяк команды каждый день меняется. У нас нет пока костяка команды, но он с каждым днем, с каждой игрой созревает. Поэтому мы на начальном пути, и сейчас, как говорится, мы были в статусе аутсайдеров, но мы уже подняли какую-то планку, и нам уже ниже опускаться нельзя. Поэтому мы будем стремиться и стараться расти и побеждать. Поэтому я так, наверное, отвечу. Ну, в первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы обязаны были побеждать ту команду. Мы ее разбирали и физически были готовы, но... Мелкие ошибки, может, ментально не были готовы, мелкие ошибки в концовке дали вот такие вот промахи, и потом Одесса поверила в себя и в конце просто переломила нас. В кінці матчу нам дуже багато чого не виходило, зорганізувати командний напад і так далі. З чим це пов'язано, як вважаєш? Не було впевненості у вас на силу, чи все-таки кураж Одеси? Да не, уверенность на своих силах была, просто мелкие ошибки, поспешность, сумбур какой-то на площадке, когда надо было остановиться, четко доиграть до конца комбинацию и вывести нужного игрока на бросок. Мы сбивались на какие-то индивидуальные действия, которые приводили к потере и все. И потом Одесса бежала и уже нам на головах уже с уверенностью бросала и уже просто не могли, не все забивали.
Сон, головний тренер баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи». Максим Сергійович, ну так, по гарячим слідам можете назвати причину поразки, ну і взагалі ваше бачення сьогоднішньої гри? Скажу так. То, что я сказал сейчас в раздевалке парням. Я сегодня руководил на площадке командой, которую я первый раз в жизни видел. Я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что я не видел ни разу такой защиты, которая была сегодня, отвратительной защиты на тренировках. Ни разу. Я ни разу не видел такого бессмысленного, сумбурного, неорганизованного нападения, которое было особенно во второй половине. Я ни разу на тренировках такого не видел. На тренировках это совсем другая команда. Это команда, которая защищается, которая была готова играть сегодня в защите. Команда, которая нападает и имеет достаточно игровых схем, чтобы играть под любую систему. С центровым на площадке, без центрового на площадке. Но для того, чтобы эти схемы воплощать в жизнь, нужно на площадку выйти и играть командный баскетбол. А не хотеть как-то проявить себя. Думать, что мы победили еще до начала игры, и думать о том, как я проявлю себя на площадке. К сожалению, сегодня это четко просматривалось, и будем думать, как с этим бороться, как с этим сражаться. А что касается самих каких-то деталей игры, моментов игры, 20 потерь против 7, притом из этих 20 потерь мы сделали 16 во второй половине, и практически все эти потери, 16 потерь, которые мы сделали, их можно разделить на два самых важных этапа. Момент, когда мы могли выиграть игру, когда мы повели в счете, Одесса имела 4 командных фола, там, по-моему, за 4 минуты до конца третьей четверти, и у нас игроки, почувствовав, что мы можем сейчас переломить игру, вместо того, чтобы доиграть до конца организованно каждую атаку, вдруг каждый решил взять мяч под мышку и пойти бросить его как попало, но бросить в сторону кольца. И вторая часть этих потерь во второй половине была уже в концовке, когда нужно было опять-таки сыграть очень организованно, четко разыграть те взаимодействия, которые готовили, которые могли сыграть, а вместо этого уже появилась дрожь в руках, и какая-то боязнь, поспешность, и были эти потери.